мы хотим представить наше приложение, конечно же, это дети. У нас в этом году прошел первый конкурс семейный, именно семейный, под названием «Вайляжевый. Семья поет». Вот в интернете мы размещали, и хотя было участников в этом году немного, но они были, и они очень талантливые, очень уже известные, потому что принимали участие и в концерте, наверное, вы многие были на нем, 25 февраля в Дворце пионеров Москва Татарства. Это лауреаты этого нашего конкурса «Айля Жерлы». Семья Хабибулаевых. Поприветствуем их. Это Майя Хабибулаева, она у нас скрипачка. Вивьен Хабибулаев на виолончели. И им помогает Джамиля Сагирова. Ваши аплодисменты. Они исполнят татарскую народную песню в инструментальном переложении. Ваши